Сегодня тема изменения белков, жиров и углеводов при тепловой обработке. Первое, значит, изменение белков. Здесь происходит реакция Майера, реакция сахароаминной конденсации, как это называют в пищевой промышленности. Это химическая реакция между аминокислотами и сахарами, которая происходит при нагревании. Примером такой реакции является жаркое мясо или выпечка хлеба, в ходе которых в процессе нагревания пищевого продукта возникает типичный запах, цвет и вкус приготовленной пищи. Эти изменения вызваны образованием продукта реакции Майера, названной в честь французского химика, врача Луи Камиля Майера, который одним из первых исследовал реакцию в 1910 годах. Пищевая промышленность производит многие продукты реакции Майера, которые используют для придания желаемого вкуса, запаха пищевым продуктам. Пищевой химии известна как сахароаминная реакция. Примером продуктов реакции может быть это 6-ацетил, 1,2,3,4 тетрагидропиретин, это запах печеного хлеба, бисквита. 2-ацетил-1-пиролин, это запах приготовленного риса. Кофе, какао, пиво, квас, десертное вино, хлеб, жареное мясо, рыба. Пока мы пьем и едим, все это реакция Майера и ее продукты меланоидины с нами. Мы потребляем около 10 грамм меланоидинов каждый день. Поэтому так важно знать об их пользе и вреде. Образование меланоидинов сопровождается появлением множества ароматических веществ. Это фурфурола, оксиметилфурфурола, ацетальдегида, формальдегида, изовалерианового альдегида, метилглиоксаля, диацетила и других. Именно они придают незабываемый аппетитный аромат свежеиспеченному хлебу, плову, шашлыку. Следующая реакция – это денатурация белков. Это сложный процесс, при котором под влиянием внешних факторов, температуры, механического воздействия, действия кислот, щелочей, ультразвука и других происходит изменение вторичной, третичной и четвертичной. Процесс этот глобулярный, фибриллярных белках происходит по-разному. В глобулярных белках при нагревании усиливается тепловое движение полипептидных цепей внутри глобулы. Водородные связи, которые удерживали их в определенном положении, разрываются, и полипептидная цепь развертывается, а затем сворачивается по-новому. При этом полярные заряженные гидрофильные группы, расположенные на поверхности глобулы и обеспечивающие ее заряд и устойчивость, перемещаются внутрь глобулы. На поверхность ее выходят реакционноспособные гидрофобные группы, не способные удержать воду. Денатурация сопровождается изменениями важнейших свойств белка. Это потеря индивидуальных свойств, потеря биологической активности, повышением атакуемости пищеварительными ферментами, потеря способности к гидратации, потеря устойчивости белковых глобул, которые сопровождаются их агрегированием. Агрегирование – это взаимодействие денатурированных молекул белка, которое сопровождается образованием более крупных частиц. Так, в малоконцентрированных растворах свернувшийся белок образует хлопья, пена на поверхности бульона. В более концентрированных белковых растворах, например, белки яиц, при денатурации образуется сплошной гель, удерживающий всю воду, содержащую в коллоидной системе. Белки, представляющие собой более или менее обводненные гели, мышечные белки мяса, птицы, рыбы, белки круп, бобовых, муки после гидратации, другое при денатурации уплотняется. При этом происходит их дегидратация с отделением жидкости в окружающую среду. Фибриллярные белки денатурируют иначе. Связи, которые удерживали спирали их полипептидных цепей, разрываются, а фибрилла нит белка сокращается в длину. Так денатурируют белки соединительной ткани мяса и рыбы. Деструкция белков. Это при длительной тепловой обработке белки подвергаются более глубоким изменениям, связанным с разрушением их макромолекул. На первом этапе изменения от белковых молекул могут отщепляться функциональные группы с образованием таких летучих соединений, как аммиак, сероводород, фосфористый водород, углекислый газ и другие. Накапливаясь в продукте, они участвуют в образовании вкуса и аромата готовой продукции. При дальнейшей гидротермической обработке белки гидролизуются. При этом привычная пептидная связь разрывается с образованием растворимых азотистых веществ небелкового характера, например, переход коллагена в глютин. Второе – пенообразование. Белки в качестве пенообразователя широко используют при производстве кондитерских изделий. Тесто бисквитное, белково-взбивное, взбивание сливок, сметаны, яиц и другое. Устойчивость пены зависит от природы белка, его концентрации, а также температуры.
Так, следующее – это изменение углеводов. Карамелизация – процесс химического преобразования сахаров при нагревании с образованием большого количества мономерных и полимерных продуктов. Так же, как и реакция Майера, карамелизация является неферментативным процессом, происходящим к побурению реакционной массы и образованию летучих веществ со своеобразным запахом. Однако, в отличие от реакции Майера, для карамелизации нужны более жесткие условия. По этой причине сахаросодержащие объекты с высокой влажностью не подвергаются карамелизации до тех пор, пока испаряющаяся в них вода препятствует достижению необходимой для этого температуры. Карамелизация используется в основном в кулинарии для придания продуктам питания особого карамельного аромата. Карамелизация приводит к образованию сотен различных химических продуктов, однако химия карамелизации сложна и изучена довольно плохо. Она включает следующие процессы: химическое равновесие аномерной циклической формы сахаров, инверсия сахарозы во фруктозу и глюкозу, реакции конденсации, внутримолекулярной сшивки, изомеризация альдоз, кетозы, реакции дегидратации, реакции фрагментации, образование насыщенных полимеров. Температура карамелизации показана на экране: фруктозы, галактозы, глюкозы, сахарозы, мальтозы. Они разные. Следующее – изменение жиров. Процесс гидролиза жиров под действием фермента липазы происходит как в живой клетке, так и при хранении растительного жира, зерна, муки и крупы. Фермент липаза способен работать даже в разрушенных клетках организма. Конечным продуктом гидролиза являются глицерин и высокомолекулярные жирные кислоты. Прогоркание жира при хранении растительного сырья включает в себя как гидролиз, так и окисление жира. Происходит оно под влиянием света и кислорода воздуха и ускоряется микроорганизмами. После гидролиза начинается процесс окисления жирных кислот, прежде всего ненасыщенных. Окисление происходит при участии фермента липоксигеназы. Фермент липаза и липоксигеназа действуют совместно. Перекиси и гидроперекиси сами являются активными окислителями, которые продолжают распад жирных кислот. Перекиси и гидроперекиси также распадаются. В результате прогоркания могут образовываться различные альдегиды, кетоны или кислоты, имеющие неприятный запах и вкус. Это ухудшает качество хранящихся продуктов. Важную роль в процессе играет фермент HS-CoA. В результате окисления высокомолекулярные жирные кислоты превращаются в активированную форму уксусной кислоты ацетил-кофермент А, CH3COSCOA. Ацетил-КОА поступает в цикл Крепса, где окисляется до воды и углекислого газа. Жиры полностью сгорают в живых организмах до простейших неорганических соединений, при этом высвобождается значительное количество энергии. Таким образом, жиры в живом организме при гидролизе распадаются на глицерин и высокомолекулярные жирные кислоты. Кроме того, жиры способны превращаться в углеводы, в оксилатный цикл, что имеет важное значение, например, при прорастании семян масличных культур. Глицерин, образовавшийся при гидролизе жира, может превращаться в фосфотриозы, которые, в свою очередь, образуют глюкозу. Глюкоза в результате диссимиляции образует ацетил-КоА. Ацетил-кофермент А может вновь превратиться в глюкозу. Спасибо за внимание.